Итак, вот что у нас приключилось с нашим МТЗ, который с коном не успели мы поставить новое колесо. С покрышки, то есть диск, все поставили. И теперь еще надо будет задним заниматься. Ну, посмотрим. Ну, мне кажется, этот проколол я его. Кроме этого, еще мы поменяли тяги все. То, что рулевую колонку, я не помню, показывал, нет. Рулевую колонку мы взяли ремонтную, поменяли. Но это все полбеды. То есть все оно свалилось у нас в кучу. Я так понимаю, что приключилось у нас вот такое вот следующее. То есть поднял я два рулона. И бабах. Ну, это я так понял, было. Просто я, видать, не увидел, когда брал это все дело. И, как обычно, его вот так вот сломал. Ну, может быть, и изначально плохо было сделано, так как получается, что вот на этой пластине он только держался. А с той стороны там уголок наваренный. Ну, вот так вот у нас получается. Это стойка у нас вареная, переваренная была. Та еще сейчас посмотрим. Более-менее заводская. Ну, не более-менее, а. Тут видно, что, по-моему, она даже не тронута. То есть нет таких следов обварки, как на той. В общем, заказал я две стойки куновских. Ну, там было, можно было и одну заказать, это я уже сглупил две. Но непонятно, сглупил или нет, сейчас придут, посмотрим. То есть у меня старый кун, старого образца. Как он? ПФН-038, типа для снега. Там маленько они уже другие, усовершенствованные, вот эти вот стойки. Посмотрим, как у меня с стрелой он сойдется, то есть что там получится. И постараюсь в следующем видео рассказать, что у нас получилось.